Oligarhul fugar Vlad Plahotniuc, vizat în dosarul fraudei bancare, vrea să scape cu orice preț de răspundere penală. Pentru a-și atinge scopurile, fostul lider al democraților profită de Maia Sandu ca să scape de urmărire și de extradarea din Statele Unite. Declarația a fost făcută de șeful statului Igor Dodon, care susține că, indiferent de circumstanțe, Plahotniuc va răspunde în fața justiției moldovenești pentru toate fără de legile pe care le-a comis. Прокурор четко сказал, что он участвовал в краже миллиарда. Все документы были поданы американским партнерам для того, чтобы они приняли решение соответствующее. Я очень надеюсь, что в ближайшее время, желательно в ближайшие месяцы, чтобы эта процедура состоялась. Я думаю, что очень многие ждут Плахотнюка в Республике Молдова. Ждут для того, чтобы высказаться по всем обвинениям, для того, чтобы он ответил за все эти годы узурпации власти. În același timp, președintele Igor Dodon nu exclude că a pus la cale un joc prin care dorește să convingă americanii să nu-l extradeze în schimbul susținerii Maiei Sandu la alegerile prezidențiale. Сейчас Плахотнюк воюет только с социалистами, только с Додоном. Я могу подумать, что он пытается сыграть для того, чтобы помочь Майе Санду. Не знаю, может быть, он американцам это обещал, что поможет Майе Санду на президентских выборах. Ну, если так, как говорил там Майя Санду, мэр отравит Повтубуна, doamna Sandu. Cu mărul otrăvit Plahotniuc. Candu, șor. Potrivit șefului statului, oligarhul fugar Vlad Plahotniuc corupe deputați pentru a bloca inițiativele președintelui. Он покупает депутатов. Он вывел из нафталина таких деятелей, как Воронина, который начал атаковать власти, меня лично. Если вы посмотрите то, что говорит Воронин, это в один идет по повестке Плахотнюка. Вы знаете, я вам говорил, кто игрушки, потому что он же кукловод. Кто куклы Плахотнюка? В парламенте понятно, группа ШОР вместе с Канду, плюс еще несколько депутатов, которые у него есть в запасе, у Майи Санду и Андрея Настаса. И вне парламента есть Усатый, есть Воронин, есть на правом фланге такие проекты унионистские, как ЦИКУ и другие. Задача вполне понятная. Попытаться сыграть определенную роль в нынешнем парламенте, и делать все возможное, чтобы блокировать все инициативы президента Додона. În această săptămână, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, a declarat că autoritățile americane examinează cererea venită din Republica Moldova privind extrădarea fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, cercetat în dosarul fraudei bancare.